В России, похоже, всерьез озаботились мужским долголетием и перспективой стать родителями. Урологи предлагают провести большой медосмотр для мужского населения страны. Подробнее об этом и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. За детей дадут дополнительные дни отдыха. Госдума подготовила поправки в Трудовой кодекс, по которым россияне, имеющие детей, будут отдыхать от работы дольше своих бездетных коллег. Законопроект предлагает, что родители одного ребенка получат 3 дополнительных дня к отпуску. За 2 детей полагается 6, за 3 и более чад – 9 дней к отпуску. Выступившие с этой инициативой депутаты Госдумы считают, что в дополнительные дни оплачиваемого отпуска семьи будут больше общаться с детьми. Урологи предлагают организовать большой медосмотр для российских мужчин. Программа «Мужское репродуктивное здоровье и социальное долголетие» уже действует в 14 регионах России – Воронежской, Липецкой, Калужской и других областях. Там урологи анкетируют все взрослое мужское население, проводят обследования и выявляют заболевания на ранних стадиях. Эту практику надо ввести по всей стране, считают в российском Минздраве. Сейчас в России мужчины живут на 10 лет меньше женщин. Возможно, потому что больше внимания уделяется охране женского здоровья. В больницах урологов в 6 раз меньше, чем гинекологов. Все это отрицательно сказывается на демографии, репродуктивной функции и продолжительности мужской жизни. В России, возможно, проверят все казармы военнослужащих. Депутаты Госдумы готовят соответствующее обращение к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой обследовать всю жилую инфраструктуру вооруженных сил страны. Если экспертиза выявит недостатки строений, солдат должны отселить и провести ремонт зданий. Эта мера должна исключить случаи гибели солдат в мирное время, считают инициаторы проверки. Ревизия стала актуальна после трагедии в Омске, когда после обрушения казармы в учебном центре ВДВ погибли 23 военнослужащих.